темпераментом. Сегодня было очень сложно. Сначала нас не приняла аэропорт Гибралтар, не принял наш самолет, потому что шквальный ветер был. Мы два раза пытались зайти на посадку, два раза не смогли. Мы ехали в Малагу, это Испания. В Малаге мы могли бы остаться, потому что мы там собирались ночевать. Но мы были в Албании, в Гибралтар. Пришлось на автобус ехать в Гибралтар. В Гибралтаре страшный ветер. Мы переживали, нам вообще говорили, не ходите туда, вас сметет. Но ничего, не смело, просто намочило. Я впервые узнала, что это такое, когда идет дождь, но это не дождь, а это просто с моря ветер такой. Промокли, но ничего, все прошли, мы молодцы. И даже доехали до Лавинии. В Лавинии думали, будем сидеть до 9 вечера, но оказалось, 19:30 уже есть автобус. Купили билеты, и оказались не 55 евро, а по 13 всего лишь. Сейчас зашли в кафешку, заказали пирог, кофе, отмечая.